Внештатные диверсанты. Именно с этого на сегодняшний день нового обновления в GTA Online свершилось бы, казалось бы, маленькое, но в то же время поворотное новшество, которое изменит геймплей в лучшую сторону. Вероятно, для многих стал весомым аргумент, что летающие комары по типу опрессоров, самолетов или вертолетов, самонаводящиеся ракетами, изрядно ломали вам прекрасное настроение, нажав всего лишь одну кнопку. И это и вправду как каторга или пытка. Хуже, вероятно, только на RP-сервере таскать коробки целый час, чтобы накопить на какой-нибудь документ для более оплачиваемой работы. Вы, наверное, уже думаете, что Rockstar из игры убрали самонаводящиеся ракеты, судя по моим словам. Это не так. Но теперь появилось отличное противоядие от них. Достаточно установить на свою тачку систему ГСН, и самонаводка у врагов на вас не будет работать. Хоть облетайся возле вас комар-опрессор, теперь он должен слушать этого мужика. Дружище, с кем не бывает, стрессы, возраст, да принимай на... Вероятно, кто-то скажет, что эта система была и до этой обновы. Да, была, но ставилась исключительно на транспорт агентства. Теперь Rockstar предлагают установить это и на обычные тачки. Вон какой список на телефон прислали. Естественно, этот список в дальнейшем будет только увеличиваться. Ведь для рокстаров это скорее всего пару строчек кода, а для нас это целые вагоны и маленькая тележка справедливости. Да, противоядие не из дешевых. В обычной автомастерской эту систему не установишь. Вам нужно купить агентство примерно за 2 ляма, к нему автомастерскую за 800 тысяч, и потом еще саму систему за 400 тысяч, то есть больше 3 миллионов. А если копить не хочется, можешь обратиться к нам в сообщество ВК. Там мы накрутим денег, сколько пожелаешь и на какую угодно платформу. Делаем в течение суток. Более 2000 человек уже купили прокачку. Так что не отставай ты, ссылочка в описании. Поэтому мой совет новичкам: покупайте сначала агентство, там прикольные миссии и заработок неплохой, а теперь еще и классное оборудование есть. Только представьте, ни один самолет, ни один чел с ракетницей теперь вам ничего не сделает. Он должен будет наводиться на вас самостоятельно. И в это время вы сможете сами преподать ему урок. Я очень надеюсь, что это оживит геймплей в GTA. А что думаете вы? Напишите в комментарии. На классные темы в комментах готов ответить целым видеороликом. Всем доброго дня!